Blood and Sweat, я знаю этот прекрасный сайт, Blood and Sweat. Всем огромный привет, творите самые последние новости из мира ММА и смешанных единоборств. Мы всегда с удовольствием с вами. Мог ли ты себе представить еще год назад, что ты будешь участником главного поединка юбилейного турнира Fight Nights Global? Конечно. Когда я говорю «Иншаллах», я все могу представить. Все могу представить. Вот такая поддержка будет у меня. Я говорил, что когда мне сказали, что я не интересен Камилу Гаджиеву, я сказал, если публике будет интересно, значит и Камилу Гаджиеву будет интересно. Сейчас Камил Гаджиев больше всех заинтересован. Я говорил, иншаллах, я говорил, так и будет. Иншаллах, завтра я зайду в клетку драться. Я зайду туда драться до последнего. Иншаллах. Магомед. Многие спрашивают твоего мнения, задавали вопросы в интернете, мне лично писали, просили тебя спросить, как ты думаешь, в чем твое основное преимущество перед Владимиром? Мое основное преимущество в том, что я завтра зайду туда, иншаллах, драться до последнего. Я туда захожу, чтобы оставить себя там в этой клетке. Это мое преимущество, иншаллах. И еще один вопрос, который действительно всех интересует. После боя пожмете ли вы друг другу руки? Сейчас я могу сказать лишь одно. Я зайду в клетку драться, иншаллах, до последнего. Я буду газовать завтра, братья. Иншаллах, до последнего. Это спорт. Это спорт. Это война. Любовь. Это война. Но в первую очередь сейчас это спорт. Там рефери. Там судьи, вот здесь микрофоны и так далее. Как спортсмену, я ему пожму руку за то, что он зашел в эту клетку подраться со мной, как спортсмену. Но не как человеку я буду пожимать. Как человеку мне будет видно дальше. Магомед Исмаилов, больше аплодисментов, друзья. Владимир Миллер, Вова, как себя чувствуешь? Мы видим, у тебя треп на плече. Я себя хорошо чувствую. Скажи, знаешь, был... Подожди, мне кажется, уже все закончилось. Мага сказал, сейчас. Ну, тебя можно отпускать, да? Все, уходите отсюда. И есть желающие тебя послушать, скажи, что бы ты хотел... Я не вижу красивых девушек. Просто здесь только камера, они есть. Вова, твои поклонницы здесь. Они тебя поддерживают, и не только поклонницы. Что ты хочешь сказать своей публике? Спасибо, что поддерживаете меня. Завтра приду. Что бы ты еще хотел добавить Магомеду Исмаилову? Магомеду Исмаилову? Ну что, говори, завтра мы все выясним. Ну что, ждем завтрашнего поединка. Спасибо. Магомед Исмаилов против Владимира Минеева. Друзья мои, завтра в Москве будет очень-очень жарко, как я уже говорил, потому что 90-й юбилейный турнир Fight Nights Global не оставит никого из них равнодушным. Уже только одно то, что в главном бою сойдутся Магомед Исмаилов и Владимир Минеев, говорит о многом. Эти ребята давно собираются схлестнуться в клетке, но разные причины, травмы мешали осуществить это. И вот завтра это произойдет на глазах переполненного зала. Все билеты проданы, дорогие друзья. И, конечно, я не буду делать прогнозы, я просто буду болеть за красивый бой. А как по-вашему, это реальная война будет или это все шоу? Это нет, никакого шоу, это будет реальная война, это будет ударная техника против техники борцовской, и посмотрим, какая школа победит. О, Blood and Sweat, я знаю этот прекрасный сайт, Blood and Sweat, всем огромный привет, творите самые последние новости из мира ММА
и смешанных единоборств мы всегда с удовольствием с вами. Всем спасибо за просмотр, ставьте лайки, пишите комментарии, подписывайтесь на наш канал и следите за нашими обновлениями.